Жаркая погода в районе Мастрюков сегодня вполне оправдана, ведь завершается молодежный форум Иволга, и завершается он впервые новым форматом – Grand Battle. 6 команд представляют свои проекты на суд жюри, и уже они определят, кто же получит федеральную поддержку. В состав этого жюри входят полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Команды должны за 2 минуты рассказать, почему именно их проект должен победить, а потом задать вопросы оппонентам. Всего в этом году было прислано более 1500 идей. 156 из них прошли в очный этап. И вот теперь 6 финалистов. Итоги конкурса подведут чуть позже на торжественном закрытии, на торжественной церемонии закрытия форума, которая состоится вот буквально через несколько часов. Ну, а пока хочется сказать, что форум Иволга подходит к концу, и здесь ребята принимали участие не только в обсуждении своих проектов и в их защите, но и в различных образовательных модулях, в спортивных соревнованиях и в творческих конкурсах. Ну, в общем, жили здесь полной жизнью на этой фестивальной поляне в течение недели, и завтра уже выполнят операцию «Нас здесь не было».